Все необходимые теоретические аспекты мы рассмотрели, поэтому самое время перейти непосредственно к авторскому аккаунту. Если вы уже успели зарегистрировать авторский аккаунт на нашем сервисе, то вам необходимо нажать на кнопку «Войти», которая расположена в правом верхнем углу нашего сайта, чтобы перейти в ваш авторский аккаунт. Если же вы еще не успели зарегистрировать авторский аккаунт, то вам необходимо пройти процесс регистрации. Для этого воспользуйтесь одной из кнопок «Регистрация», которые расположены на главной странице нашего сервиса. Давайте нажмем на кнопку «Войти». В первую очередь необходимо убедиться, что активной является именно вкладка «Автор рассылок». И далее нам необходимо ввести логин авторского аккаунта и пароль. После этого мы нажимаем на кнопку «Войти». Перед созданием рассылки и отправкой писем, конечно же, необходимо в общем ознакомиться со структурой авторского аккаунта и его настройками. Именно этим мы сейчас и займемся. При входе в ваш авторский аккаунт вы сразу же попадаете в раздел «Начало». Данный раздел, помимо информативного блока, в котором отображаются основные данные аккаунта и новости сервиса, содержит блок, позволяющий совершать основные действия, а именно создавать новую рассылку, смотреть список ваших рассылок, отправлять выпуск рассылки, управлять списком подписчиков, смотреть статистику работы и оплачивать услуги сервиса. На этом функции раздела «Начало» заканчиваются. Для перехода в другие разделы необходимо использовать верхнее меню. Если рядом с названием раздела есть стрелочка, это говорит о том, что раздел включает в себя другие подразделы. Чтобы просмотреть все подразделы нужного вам раздела, достаточно просто навести на него курсор мыши. Теперь давайте перейдем к настройкам авторского аккаунта. Как вы видите, раздел «Настройки» включает в себя несколько подразделов. На данном этапе нас интересуют только первые два подраздела – ваши персональные данные и настройки вашего аккаунта. Начнем с подраздела «Ваши персональные данные». Этот подраздел состоит из трех вкладок – данные аккаунта, персональные данные и юридические данные. После регистрации аккаунта практически все поля вкладки «Данные аккаунта» будут заполнены. Единственное, что вам останется сделать, указать номер вашего мобильного телефона. Номер нужен исключительно для того, чтобы в дальнейшем у вас была возможность восстановить доступ к аккаунту в случае утери пароля. При восстановлении доступа новый пароль будет отправляться SMS-сообщением на указанный вами номер. Во вкладке «Персональные данные» вы укажете свои личные данные, которые будут доступны только работникам нашего сервиса. То есть ваши подписчики нигде не увидят этих данных, поэтому вам необходимо указывать свои реальные данные. Особенно важно не ошибиться при указании даты вашего рождения, так как в противном случае вы не сможете воспользоваться услугой восстановления доступа, если возникнет такая необходимость. Что же касается вкладки «Юридические данные», то она нужна лишь для тех пользователей, которые собираются оплачивать услуги нашего сервиса как юридические лица. В этой вкладке пользователю необходимо ввести все реквизиты юридического лица, чтобы впоследствии при оплате наших услуг ему не приходилось каждый раз вводить их вручную. Переходим к подразделу «Настройки вашего аккаунта». В данном подразделе 7 вкладок, но мы рассмотрим только 2 из них, а именно вкладку «Основные» и вкладку «Оповещения». Остальные вкладки нужны для более тонкой настройки, поэтому они не понадобятся вам в ситуации, когда вы только начинаете использовать наш сервис. Давайте более подробно рассмотрим все настройки в этих 2 вкладках. В первую очередь вам необходимо указать ваш часовой пояс. Будьте предельно внимательны и указывайте верный часовой пояс. Именно в соответствии с данным часовым поясом будут отправляться все ваши запланированные письма. К примеру, вы живете в Москве и выбираете часовой пояс GMT+4.
В этом случае, если вы запланировали отправку письма на 10 часов утра по Москве, то она именно так и будет отправляться. То есть она будет отправляться по вашему времени. При этом, если в вашем списке подписчиков есть подписчик, который живет в Киеве, он получит это письмо в 8 часов по местному времени. Так как в Киеве на тот момент, когда в Москве будет 10, в Киеве будет 8. Смотрим далее. Вторая настройка – это email-адрес для получения статистических отчетов. В данном случае вы указываете любой email-адрес, на который вам будет удобно получать отчеты. Ну и в этом же пункте есть еще две настройки. У вас есть возможность выбрать «Получать отчеты» или же вообще их не получать. Если вы не хотите получать отчеты, просто отметите данную опцию. Если же хотите получать отчеты, выбирайте данную опцию. При этом у вас будет возможность настроить, когда именно вы хотите получать отчет. Если вы хотите получать их каждый день, выбираете данную опцию, или же выбираете один из дней, в этом случае вы будете получать отчеты раз в неделю. Также вы можете указать конкретное время, когда хотите получать отчеты. Если возникнет необходимость получить отчет прямо сейчас, для этого есть специальная кнопка «Получить сейчас». Как только вы нажмете на эту кнопку, отчет сразу же в течение 1-2 минут будет отправлен на указанный вам email-адрес. В следующем блоке, который называется «Настройка данных автора, отправителя для тестовых шаблонов», есть два поля. Для чего нужны эти значения и зачем заполнять данные поля? Впоследствии мы рассмотрим, что у вас есть возможность создавать шаблоны писем. Эти шаблоны писем вы после будете отправлять своим подписчикам. Но также, когда вы создаете шаблон, у вас возникает необходимость тестировать данные шаблоны. Именно для этого и нужны эти данные. Эти данные, то есть имя и фамилия, а также email, они будут подставляться в письме в качестве отправителя. То есть если вы тестируете шаблон, в качестве отправителя этого шаблона вы увидите именно то имя и фамилию, которое укажете в этом поле, и тот email-адрес, который укажете во втором поле. Далее есть небольшой блок для настройки доступа к аккаунту. Здесь есть всего лишь один чекбокс, отмечая который вы можете ограничить доступ к вашему аккаунту с одного IP-адреса, либо указать несколько IP-адресов, если в этом есть необходимость. Зачем нужна данная функция? Допустим, вы хотите, чтобы можно было входить в ваш аккаунт только с вашего рабочего компьютера и вашего домашнего компьютера, чтобы больше никто не мог этого сделать. Это как дополнительная мера безопасности. То есть, если вы хотите, отмечайте данную опцию и указывайте конкретный IP-адрес. А если же не хотите, просто оставляйте данный чекбокс неотмеченным. Следующий блок – это настройка получения новостей. В этом случае также есть чекбокс, отмечая который вы соглашаетесь с тем, что хотите получать новости сервиса на свой основной email-адрес. Основной email-адрес, если вы помните, он указывается в подразделе «Ваши персональные данные». И последний блок вкладки «Основные» – ваш индивидуальный стоп-лист. Зачем вам нужен индивидуальный стоп-лист? В этот стоп-лист вы будете вносить email-адреса тех подписчиков, которые больше не будут получать от вас писем. Допустим, может быть такая ситуация, что какой-то из подписчиков попросил вас больше не отправлять ему совершенно никакие письма. Проще всего будет занести его в этот стоп-лист, и он больше никогда не получит от вас ни одного письма. Может быть и другая ситуация, что вы сами по каким-то причинам не хотите, чтобы тот или иной подписчик получал от вас письма. В этой ситуации также просто внесите его в свой индивидуальный стоп-лист, и он больше не получит от вас ни одного письма. Чтобы указать несколько email-адресов, нужно каждый email-адрес указывать в отдельной строке. То есть, как это делается? Вы, предположим, пишете test.ru. Если хотите ввести еще один адрес, просто переходите на следующую строку, пишите test2.test.ru. Не нужно никаких разделителей, запятых и так далее и тому подобное. Просто переходите на следующую строчку и пишите другой email адрес. Со вкладкой «Основные» мы разобрались. Давайте перейдем ко вкладке «Оповещения». В данном случае есть только один блок настройки системных оповещений и есть три чекбокса.
первый чекбокс оповещать за столько-то дней об окончании действия аккаунта. Второй чекбокс оповещать в течение стольки-то дней о неоплаченном счете. И третий чекбокс оповещать за столько-то писем до исчерпывания лимита. Как вы понимаете, все эти три опции необходимы вам лишь в случае, если вы используете платный пакет. Это очень удобно, чтобы вы всегда были в курсе, когда у вас заканчивается оплаченный период, есть ли у вас какие-то неоплаченные счета и сколько у вас осталось писем. То есть вы можете легко поставить здесь, чтобы вас уведомляли, если у вас осталось меньше 10 тысяч писем для отправки. К примеру, если ваш подписной лист более 10 тысяч, то это будет говорить о том, что вы не сможете даже отправить одно письмо по всему вашему списку. С настройками мы разобрались, далее будем рассматривать создание первой вашей рассылки.